Приветствую вас, друзья, мы продолжаем играть в игру под названием Portal Knights, и в прошлой серии мы хотели сделать зеленый портал, но мне не хватало портальных камней, поэтому я их подфармил. Кстати, докачался до 15 уровня, и как видите, выбрал вот такой вот талант, потому что стремительный дух нам совсем не подходит, увеличивает интеллект. Ну, такое себе, мы очень редко кастуем всякие заклинания. Но в любом случае можно всегда поменять этот талант. Так, давайте отправимся вот в этот вот мир под названием Платиновые холмы. А нет, давайте сначала лучше вернемся домой и проапгрейдим верстак. Так, возвращаемся домой. Проапгрейдим верстак, а потом уже будем сражаться с боссом. Пойдем к боссу. Я не знаю, кто второй босс. Я знаю, что в этой игре есть еще дракон, я видел его на скриншотах. А вот кто второй босс... Может быть, как раз-то и дракон, но на самом деле, мне кажется, это какой-нибудь последний босс или что-то вроде того. Так, давайте заберемся до дома. И у нас же хватает, да, железной руды хватает. Теперь можем проапгрейдить верстак. Есть, конечно, у меня в сундуке еще остались. А, в сундуке один железный брусок, так что... Ну-ка, давайте еще раз посмотрим в других сундуках. Так, ну похоже я зря телепортнулся домой, потому что здесь хватит на 3. А, ну хотя ровненько как раз, да. Как раз хватит. Так, давайте что-нибудь выкинем. Вот это вот дерьмо. Вот это. Чешуя, мне кажется, нам не пригодится. Мех уже не нужен. Давай чешую выкинем. Вообще, на самом деле, надо все повыкидывать. Потому что куча ненужного лута, которую мы использовать уже, скорее всего, не будем. Так, даже желтые кусочки не нужны. Или, по-моему, нужны. Там еще пару, наверное, осталось порталов, в которые мы не сходили. Да и коготь этот мне. Не уверен, что пригодится. Так, ну ладно, давайте возьмем железный брусок. Сейчас еще покидаем что-нибудь сюда, вот в сундук. Вот это, например, вот это. Все, теперь поставим сейчас на крафт слитки. 3 слитка. И один у нас есть. Затем прокачаем наш верстак. Так, дерево еще нужно. 10 бревен. Бревна у нас, интересно, остались. Да, 17 бревен у нас есть. Значит, даже рубить дерево не придется. Так, ну что там? Готово. Отлично. Ну и все, тогда сразу прокачиваем. Сейчас посмотрим, что появились ли какие-то новые рецепты. И будем двигаться к боссу. Все, отлично. Так, здесь у нас что вообще здесь нового? Давайте смотреть в каждой вкладке. Здесь ничего. Здесь, наверное, много всего нового. Сундук 2 был, по-моему. Деревянная оконная рама, по-моему, тоже была. Да и окна, по-моему, все это было. Железный уже шахтерский коготь. У меня обычный шахтерский коготь. Медная кирка у меня такая же. Железные, ну, в общем, железные всякие эти инструменты. Шахтерский бур. Железная кирка. Искатель ресурсов. Вот это уже что-то интересное. Так, реагирует на редкие камни и руду, но на самом деле... Мне кажется, не очень полезная вещь. Так, ну здесь ничего, да? О, кстати. Смотрите-ка. Появилось железный охотничий арбалет. Вот это вот я хочу. Но 3 слитка нужно. 3 бруска. Сабля пирата. Ну это все, по-моему, было, да? Надежный железный лук, смотрите, появился. Да, как раз-то верстак 3 нужен был. Железный арбалет. А тут какой арбалет тогда получается? Железный охотничий арбалет. Так, ну ладно, давайте смотреть. Что у нас тут? Урон 138 плюс 4% шанс ворота. Так, 138. Здесь 117 плюс 40 урон от критического удара. Так, ну, наверное, лук будет поинтереснее на самом деле. Хоть урон у железного арбалета побольше, но плюс 40 крита, по-моему, это получше будет. Не сильно-то и больше урон, на самом деле. Так, а давайте посмотрим железный арбалет. Ну вот, железный арбалет это самый отстойный. Так что мы, наверное, будем делать надежный железный лук. Так, шелк, два железных бруска и дерево. Так, а здесь тоже. Ну, то же самое, только побольше брусков на один брусок. Так, теперь вспомнить бы, куда я девал шелк. А, вот он, у меня шелк. Но у меня его, наверное, мало, да? Придется собирать. Блин. Ну тогда я не знаю. Может, сначала сделаем лук, а потом пойдем на босса. Из чего делается шелк? Мы вообще его скрафтить можем?
Так, вот здесь он, да? Или нет? Его даже сделать, похоже, нельзя. Да, он только растет, видимо. Так что придется тогда походить по мирам, где железо, походить по мирам, где находится шелк, потом вернуться, сделать лук, и только потом, скорее всего, мы пойдем на босса. Нагрудник. Ну, это все. Все было. Так, ну что, вот здесь вот мы что-нибудь будем делать? Ледяную мину мы можем уже сделать. Да и лечение 2, по-моему, можем сделать. Огненного рубина у нас, по-моему, есть. Огненные рубины вообще сами. Так, а ярость 2 нету. Давайте лечение 2 сделаем. Сейчас посмотрим, есть ли у нас вообще огненный рубин. У нас он точно был, но не знаю в каком количестве. Так, морозного сапфира пыль. Здесь у нас морозный сапфир. Электрокварц. Сапфир. Чистый огненный рубин. Так, а мне нужен не чистый огненный рубин, а просто, да, огненный рубин. Или я чего-то недопонимаю. Пыль огненного рубина. Из чего она делается? Наверное, просто из обычного огненного рубина. Так, пыль огненного рубина. Да. И как раз-то огненного рубина у меня совсем мало. Сколько там на один мешочек нужен? Ну, такое, да. Так что мы, наверное, повременим с крафтом. Да, у меня всего лишь 5 рубинов этих. Так, засунем сюда. Это мы сюда тоже засунем. Дерево куда бы впихнуть. Так, давайте возьмем, наверное, шелк с собой, чтобы он стакался. И сразу было понятно, сколько у нас шелка. А вот дерево мы засунем сюда. Итак, погнали, наверное, сразу за шелком. И также за железом. Давайте посмотрим, сколько там железа нужно. А то я уже забыл, честно говоря. Сколько слитков? 2 слитка, по-моему. Если я не ошибаюсь. Да, 2 слитка, это значит 20 руды и 6 шелка, 3 у нас есть, значит 3 шелка. 20 руды и 3 шелка, все нормально. Так, давайте теперь выбирать мир, в который мы пойдем, куда-нибудь крутанем вот сюда, ну и смотреть, что у нас здесь. Так, шелковый кокон вот здесь вот есть, давайте тогда сначала шелк добудем, потом пойдем за железом. Сделаем вот так вот. Ну и с новым луком, я думаю, мы быстро победим босса, без каких-либо проблем. Ну, хотя мы и сейчас, наверное, победим. Просто будет это очень долго. Поэтому я лучше подбываю ресурсы. Так, вот он шелк, по-моему. Давайте отбежим, чтобы не агрились всякие мобы. Да, и сейчас мы быстро добудем шелк. Да твою мать, ну... Как всегда, все кучи просто агрятся. Не дают покоя. Ладно, давайте убьем всех тут, расчистим себе дорогу. Потом они появятся, конечно, но пройдет много времени. Так, этот шар еще бесит огромный. Ну, нормально, он не сильно дамажит. Так, давайте заезжаем хил. Ну, алло, не переключился на лук. Так, ну так, не такие страшные мобы. Не сильно дамажит. Просто если огромной толпой, конечно, они придут ко мне. Так, 4 шелка. Давайте лучше киркой это все добывать дело. Так, 5. Одна штучка, да, с одного кокона выпадает. 6. Ну все, наверное, нам хватит. 6. Даже 7 я набрал. Давайте теперь пойдем за железом. Так, давайте вспоминать, где у нас вообще железная руда. Здесь нету, наверное, всяких ядоболота, да, цепки болота. Блин, опять там лазить не особо хочется, конечно. Тем более я там уже копался. И выкопал большинство камней, большинство железа, которое было на виду. Так, ну ладно, давайте. Хотя, наверное, мы в другой мир. Здесь мы прям сильно копали. А вроде вон есть немного. Ну, там немножко совсем. Я не думаю, что 20 руды там будет. О, и здесь. Да, ну, тогда здесь мы останемся. Видимо, я много пропустил руды. Так, и начнем отсюда. Раз, два, три, четыре. Ну, уже неплохо. Даже 5, смотрите. Даже 6 или 7. Вот это хороший источник руды. Так, теперь нужно отсюда вылезти. Сколько там? 6, да? 7 даже.
Ну неплохо, неплохо. Если везде будет по 7, конечно, то мы быстро нафармим. Так, червяк, уйди. Личинка, точнее. Ну здесь не по 7, смотрите. По одной, по две. По одному, по два кусочка. Вон еще внизу, но вниз вообще неудобно будет лезть. Так, сейчас у меня вообще даже блоки-то закончатся. Давайте как-нибудь вот так вот прыгнем. Аккуратненько. Да, смотрите, уже 5 блоков осталось. Так, и аккуратненько будем добывать. Раз, два. Здесь 3 кусочка. Так, здесь у нас, по-моему, 1. Как бы он не провалился. А то у меня уже такое случалось. Так, вот так вот сделаем. Хотя он не провалится. Так, здесь 2, значит, кусочка. Итого уже 12. О, вот здесь вот много, отлично. Так, это хорошо. Руда, это всегда хорошо. И где-то вот тут он, да? А, ну смотрите, здесь нормально, руды, в общем. Зря я переживал насчет того, что здесь мало будет руды. Уже 19. Осталось совсем немножко. Один камешек. Так, ну может он и здесь есть, не придется лезть вниз. О, да, вот как раз один камешек. Даже 2 здесь есть, но второй, я думаю, мне не понадобится. Ладно, давайте возвращаться домой. Семена мы всякие опять повыкидываем, чешую. Всю эту абсолютно бесполезную. Все, и будем возвращаться домой. Сделаем себе нормальный лук, наконец-то. И пойдем восстанавливать портал. И, конечно же, сражаться с боссом. Может, со второго босса что-нибудь полезное выпадет. Хотя, тут рандом, я так понимаю. Так что, как может как и ценный лут выпасть, так и обыкновенный. Но ценного в первый раз мне, по-моему, ничего абсолютно не выпало. Так, давайте на переплавку. 2 слитка. Хорошо, что у нас куча угля. По-моему, где-то еще в сундуке даже валяется уголь. Или нет? Да, так что у нас уже не куча тогда угля. Потом, когда будем делать золотые слитки, придется опять добывать уголь. Так, что там? Дерево. Дерево забираем. Дерева немножко не хватает, по-моему, даже. Так, лук, лук, лук. Да, нужно 9 бревен. Так что мы пойдем искать деревья. Здесь все меньше и меньше деревьев, потому что я их всех срубаю. Надо сажать, но что-то мне лень. Лучше, наверное, просто, когда закончатся все деревья, пойти в какой-нибудь другой мир, где их полно. Так, давайте топор тогда возьмем. Хотя на самом деле и киркой просто добывать дерево. Ну да ладно. Так, ну вот как раз одно дерево срубил и сразу же 9. Давайте еще на всякий случай порубим, раз уж мы тут. Наверняка дерево пригодится нам в дальнейшем. Пока запрячем в сундук. Так, все, вот теперь можно возвращаться. Жалко, тут телепорта нету прямо в дом. Чтобы туда-сюда не бегать здесь. Так, что там, на меня сагрились эти призраки? Ну их нахрен. Что-то они на полпути отстали. Так, все, теперь мы можем сделать наконец-то лук. Лук, 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 надежный лук. Быстро он крафтится. Забираем и теперь выкидываем наш дерьмовый. Прямо вот так вот. Все, отлично. А сколько у него урона? 67 было. И плюс 30 криту, кстати. Неплохо. Ну да, мы и с тем бы луком справились, но я все-таки хочу поновее. Затем, наверное, пойдут золотые луки. Я так понимаю, раз апгрейд требует золота. Да, золото, видимо, нам придется вообще долго добывать. Еще дольше, чем железо. А здесь что требуется? Ну, везде требуется железо. Да, здесь просто 6 слитков без всего. Так, ну что ж, давайте возвращаться в мир перед боссом. Вот сюда вот будем искать портал. Восстанавливать его и уже переходить к сражению с боссом. Вот и он, по-моему, этот портал. Хотя он здесь даже один, да? Да, он здесь даже один. Давайте сразу восстанавливать. Так, погодите. А, вот. Я просто не скрафтил последний камешек. Я же подумал, мне не хватает. Так, или мне действительно не хватает? Да, одного кусочка мне не хватает. Так, что-то я пропустил. Подумал, что у меня 6 уже. Ну ладно, давайте, раз уж мы здесь. Вон большой моб. Он сейчас нам как раз-то отдаст последний кусочек. И сразу же восстановим. Так, ну и заодно, смотрите, проверим лук. Отлично дамажит. По 2 соточки критует.
Раньше мы по сотке критовали, а сейчас у нас по сотке обычно так. Так что это отличный лук. Так, ну и выглядит он классно, смотрите. Мы прям красавцы. В этой броне все блестит, все сияет, даже этот плащик подходит. Так, все, теперь мы можем сделать наконец-то сраный зеленый камень и отстроить сраный зеленый портал. Так. Все, давайте что-нибудь поставим на панель быстрого доступа, например. Вот сюда вот могучие зелье маны. Даже вот сюда, наверное. На всякий случай, целебный свиток или нет? Давайте целебный свиток вместо малого зелья. Так, или лучше обычных зелий запихать. Все остальное, я думаю, нам в бою не понадобится. Все, давайте, я готов сражаться, переключаюсь на лук. Ну и посмотрим, что тут за босс у нас. Ну и будем надеяться, конечно же, на хороший лут. Так, драконье логово. Так, неужели дракон? Похоже на то. Так, а вообще здесь есть еще один босс? Да, еще один есть. Как минимум один. А то я подумал, мало ли уже последний босс. Все-таки игра в раннем доступе. Но нет, здесь три босса. Это будет второй. Ну, видимо, дракон это второй босс. Ну, сейчас посмотрим. По-моему, это дракон. Да, я даже вот помню этот мир по скриншотам. Так, ну что, я готов. Какое-то яйцо, видимо. Нужно в него выстрелить, скорее всего. Давайте попробуем. А, или так будет. Так мы будем станить дракона, да. С помощью этих яиц, с помощью этих камней. Ну-ка, давайте попробуем. Да, сейчас у него иммунитет. В общем, очень похоже на предыдущего босса. Так, да не туда стреляй. Блин, ну теперь на самом деле не очень удобно. Нам нужно как-то целить именно в яйца. А я этого сделать не могу. Давайте попробуем киркой. Так, киркой работает. Да, киркой работает, вот он слег. Давайте сразу завязаем ярость. О, нормально дамажим. Ну смотрите, это изи будет. Изи победа. Так, мы будем знать, что теперь использовать кирку. Так, ну, он запускает еще миньончиков. Так что здесь будут небольшие проблемы. Блин, ну что-то они не дамажатся. Не дамажатся. Так, да, уже не очень хорошо. Я перестал следить за каждым шагом босса. И меня дамажить начинают еще и миньоны. Нет, они дамажатся. Просто, видимо, я сфокусировался на одном. А дамаж другого, поэтому и не видел. Блин, он все их рожает и рожает. Это уже не очень хорошо. Кстати, видели, прицелился наконец в яйцо. Так, ну это не яйцо, я почему-то камни и яйца называю. На самом деле, это, конечно же, не яйцо, это понятное дело. Так, есть, давайте наносить ему огромный урон. По две соточки, смотрите, боссу. Отлично, пол хп уже нету. Ну, мы справимся довольно быстро, я надеюсь. Если я, конечно же, не затуплю. Когда этих миньонов много, вот, например, как сейчас. Когда этих миньонов много, и я не слежу за атаками босса. Так, куда что улетаешь? Иди сюда, под яйца. Так, промазал. Плохо дело. Попал, попал. Отлично, ярость. И поехали. Да бери ты лук, блин. Лучше бы он сразу мгновенно переключался. После того, как мы кастуем какое-то заклинание, лучше бы он сразу переключался на лук. А он до сих пор пытается кастовать это заклинание опять. Так, перекаты, перекаты. Сейчас вот снова нужно следить и за боссом, и за миньонами. И плюс еще все это дело комментировать довольно проблематично. Так, перекат. Последний моб. Наверное, можно было и не убивать этих мобов. Они, по-моему, сами исчезают. Хотя, может, и нет. Так, куда ты убегаешь? Говноед. Так, отлично. Ярость. И поехали. Ну, наверное, еще раз нам придется его застанить. Да, или сейчас, нет, сейчас мы не добили, к сожалению. Так, ну ладно. Вроде я приноровился. И это вообще легко. Ой, шлепнул меня. Так, минус, два миньончика. Яйцо попал даже. О, лол, я попал. Блин, ну не могу прицелиться. А, все, прицелился, и кажется, я его добил.
Да, ну эта система прицеливания мне на самом деле не нравится. Это бессмысленное автоприцеливание. Я бы так пострелял. Сам бы целился. Так, ну что-то такое себе лут. И еще, знаете, что странно? Когда мы побеждаем босса, музыка схватки до сих пор играет. Это как-то странно. Как будто забаговало что-то, и он еще не побежден. Так, ну что там? Я пропустил. Мы там железо получили. Всякое говно, короче, да? Покрытым железом блок абсолютно бесполезен. Ну да, всякий мусор. К сожалению, к большому сожалению. Так, можно здесь покопать вот поушены? Или нет, нельзя? Похоже, нельзя. Было бы еще интересно, если в этом мире... Кстати, лол, смотрите, куда он покидал миньонов. Так, о чем я говорил? А, было бы интересно, если в этом мире еще что-нибудь можно было делать, помимо победы над боссом. Может, тут какие-нибудь уникальные ресурсы. Вон, смотрите, какая-то пещерка, но тут абсолютно ничего нету, кроме раскиданных мобов босса. Да, смотрите, они и здесь, и здесь. Ну, везде их раскидал, похоже на то. Так, ну ладно, давайте уходить через вот такой вот портал, я так понимаю. Мы порткаемся в горячие холмы. Ну и будем надеяться на золото теперь. Скорее всего, так и будет. После победы над первым боссом мы получили железо, а сейчас будет золото. 20 уровень, кстати, и мы заспавнились сразу в каком-то данжике. Так, давайте посмотрим на... Как этот мир выглядит. Горячие холмы. Красная слизь, магмовая личинка, солдат-берсеркер был, красный командир, солдат мы тоже видели, зеленый крастер, я не помню, кто это. Здесь обсидиановые блоки только, и, кстати, они нам нужны. Ладно, на самом деле нужно заканчивать, посмотрим уже этот мир в следующей серии, так что всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.